Да? Ну да. А как туда попасть? Шире. Как, блядь? Объедь. Вот сюда, налево. Ну, прямо. О! Давай. Ну, ёпте. Ну, что ты творишь-то, а? Баран-то. Свали отсюда. Так, за Титаном, да? Ты придурок, что ли? Я ужасно в землю стреляю, блядь. Ты можешь еще раз вызвать его? Блядь, вообще баран. У тебя же там много бабок, блядь. Причем здесь много бабок? Ехать надо. Куда? Ну сюда же вызови. Да, блядь, сюда. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Теперь, блядь, в другом месте. О, видел тачку какая? Ну подожди ты. Иди. Национальный офис секьюрити, блядь. Где ты, чмошник? Видишь ее? Подожди, сейчас. О-о-о! Ни хрена. Да ты гений просто. Давай по метке вали. Слышь, блин? Чё, какой-то что-то хочет? Да давай, езжай. Он тебе сейчас вытащит, тебе по башке даст. Езжай! Сейчас, подожди. Сейчас он зацепится, подожди. Сука. Все, садись. Да садись, говорю, а. Все, поперли. О, нифига себе, блядь. Решетка на стекле. Решетка? Да, посмотри внутри. На что время? Слушай, а ты видел, у нее лебедка есть? Может, можно как-то лебедку это использовать? Да хрен его знает. Повел, висит. Лебедка? Да, спереди на машине. Ну, попробуй крестик нажать вправо. Не, ничего не помогает. Давай, короче, вали. Отключи сирену. Зато все разъезжаться сейчас будут. Вау, давай. Фигасе, ты крутой. Радио включи. Пойдет? Пойдет, давай, потом. Шляпа такая. Ой. Что это было? Вау! Блядь. Ну? Да я хотел туда заехать. Куда? Виноградник мне. Виноградник? Да сам ты, блядь, виноградник. Бля, может что-нибудь побыстрее возьмем? Ну конечно, давай что-нибудь побыстрее, тормози. Сейчас, погоди. Ну тормози, я вызову свою машину. А то тормози, говорю. Я затормозил. Ты в натуре, дебил. На тебе нахуй. Пошли. Куда? Вон моя точила. Садись в нее сам. Нельзя. Сочувствую.
Так, куда едем-то? Куда едем? Поехали с парашюта попрыгаем, не? Нет, мы нам нужен Титан. А, ну нужен... в аэропорт в обычный. А, ну да, мы сейчас едем за вертолетом-то за моим. Понимаешь, да? Угу. Отлично. В общем, суть такова. Берем вертолет. Либо ты, либо я садимся на Титан, и кто-то летит на вертолете и поднимается выше, и потом прыгает на парашют на Титан, и надо попробовать, короче. Понял? Ну да. Слушай, а этот самый никак не взять? Дирижабль же можно как-то взять. А где он? Где он? Он летает где-то, я пытался на него сесть, он же где-то летает в городе. Не знаю, я ни разу не видел дирижабль. Вообще ни разу не видел дирижабль? Нет. Он разве здесь есть? Да. Его даже можно захреначить. Ну хрен знает. А, ну когда не в онлайне, наверное, нету, по-моему. Ну, ты, наверное, путаешь. Не, в обычном есть в режиме. Ну, в обычном-то понятно, что есть. Что-то у тебя какая-то это самая. Как эта машина же называется? Ада. Не-не-не-не, вообще. Вообще ада? Да нет, в жизни, в нормальной. Бугатти. А, Бугатти, точно. Какая-то она убога. Иди полетай. Быстрее, бандитская разборка, взлетай. Взлетай, давай. Не надо на вертолет портить. Так, короче, куда летим? В аэропорт. Ну да. Стой, подожди. Нет, не в аэропорт. Где ты летишь, что ли? Ну а куда? Прямо лети. Вот так вот, ровно лети. Сейчас здесь посмотрим его. Есть он тут, нет? Правей. Так, здесь нету. Маленькое говно. Да, поехали дальше. Да поехали. Что-то пишет. Ты знаешь, где аэропорт, нет? Ну так, да, я поставил метку. А, ты поставил уже? О, там какой-то чмощник летает. Где, не вижу. В аэропорту. Сейчас отпиздим. По-залебому, ёпты. Реально, блядь, отпиздить его. Слушай, нам надо... Да, блядь, ты сейчас разобьёшься, нах. Да, ну. Нам надо реально подписчиков, с подписчиками здесь играть. Находить чуваку, блядь, и устраивать тут сходки. По-любому надо. В смысле с подписчиками? Ну, блядь, подписчиков искать, блядь, и здесь можно, блядь, здесь сходку делать. Ну, блядь, находить народ, или, блядь, пускай нас ищут, мы для них это все пишем, правильно? Ну, да. Ну, вот. Чтоб добавлялись, и устраивай сходки здесь, мочилово. Тогда будет повеселее. Понимаешь, да? Да. Ну вообще, о чем я тебе втираю? Карта, ёпта, от Apple. Чего? 3D-карта, говорю, от Apple, блядь. А, ну да. Похоже. Такую бы сделали, да, лохи, блядь? Ага, по всему миру. Блядь, сделали только у себя нахуй в Нью-Йорке. Я не знаю. Да, вообще, дебилизм, конечно. Ага, типа, блядь, 3D-объекты все. В Нью-Йорке нет других стран, блядь. Городов. Вот-вот. Лети туда, к Титану. Второй ангар слева.
Так, вижу какого-то хуя, по-моему. Мочи его нахуй. Тихо. Ну быстрей! Я вот так, бля, сейчас возьму. Давай, давай, хуяй. Тихо. Да не возьмешь ты вот так ракетой. Так ракеты или не ракеты? Ракетами, все. Нормально, минус парень. Че, титан берем? Да. Только вертолет не уничтож. Бля, там титан стоит. Где? Левей. В ангаре? В ангаре, да. Садись. Давай я тогда от этих оторвусь. Ну оторвись. А, ну какая разница, если что, подохнем, заново возьмем. Да не, давай, езжай. Или вверх поднимайся. Че, ты обиделся, наверное? А, ну а че, он обиделся, не обиделся, он без вертолета все равно, блядь. Пока приедет. На то время. А если я выпрыгну, ты сможешь управление на себя взять? Я не знаю. Так ты выпрыгивай тогда, бери титан. На тебя-то менты не будут или будут? А ты прыгнешь на титан? Ну да. Ты сможешь? Ну, наверное. Ну ладно. Пока. Да. Ну а... Мы сочувствуем, что ваше транспортное средство, блядь, у нас угнали. Ты у меня угнал мой вертолет, прикинь? В смысле? Вертолет-то мне принадлежит. Ну и чё? Ну, ты угнал у меня его. А, и чё, там пишется, что угнал или что? Да. Ну ты вообще какой-то, блядь, древний натуре, а? Да я просто, ну так-то глубоко-то не это самое, не шарю. Ну хуёво очень. Так. Не, ну я так в онлайне чуть-чуть играл-то, особо не вникал, блин. Ну, понятное дело. В общем, у нас суть такова, что Антоша... Давай, бери титан свой, взлетай, блядь, Антоша. Взлетай, я, что Антоша у нас, блядь, прыгнет с парашюта на титан. Сделаем мы это все в воздухе. Где ты, чмошник? Я наверху, готов к прыжку, блядь. Да подожди, нам надо улететь на поле. Зачем? Как понять зачем? Полетели нахрен. Зачем на поле-то? Да там веселей. Полетели. Куда? На аэропорт Тревору. Ты думаешь, там лучше? Да, там спокойнее. Блядь, так а здесь-то тебе еще мешает, какая разница? Поплыли нахрен. Че ты, блядь, тупишь-то? Где ты есть? Да тут я, ебта, лечу. Не вижу. Блядь, глаза разуй нахрен. Взять тебя. То есть впереди. Бля, не вижу в упор. Ну самолете, блядь, летит. Ну ты че, не видишь-то? Ты внутри какой-то, блядь, это. Да я не вижу самолетик на карте, вообще нет самолетика. А, вот, сейчас вижу, блядь. Ой, блядь, ты баран на туре. Ну ты просто уебашил так далеко, надо было подождать меня. Так догоняй, блядь, вертолет догонит самолет. Да конечно, блядь. Ну давай я мертвую петлю, блядь, сделаю. Давай, тут не уебись, блядь. Ну, постараюсь, если бы ты. То в натуре мертвая получится. Срыв, низкая скорость. Вот опять ты меня с карты пропал. Вот сейчас появляешься, когда большую карту включаю. Да, блядь, понятно, что большую, по маленькой-то нет. Ой. В натуре тормоз, блядь. Стоп, блядь. Это ты на черном? Да. Подожди, ты же военный взял. Ну. Нет, я не на черном. А кто на черном? Да я ебу, блядь. Где? Вон ты сзади меня летишь, блядь. Ты заебал, так это ты, в тебя ракета пошла. Какая нахуй ракета, блядь? Нихуя не понимаю, блядь. Давно я только наглую пролетел самолет, блядь. Да ты чё, блядь?
А? Черный, это же не Титан. Титан это военный, да? Ну. Ну, а передо мной чуть не уебал меня, сзади вылетел черный, блядь. Ну, мой вот этот любимый. Я хуй знаю, что там, блядь, придумал, короче. Надо, блядь, это перепил. Нет? Нет, вон я вижу тебя, говно большое летит. Если попадет ракета, ой, блядь. Харе, блядь. Страшно, блядь. Все, Титан выше не взлетает. Давай поднимайся на эту высоту. Так, ну что, мне подниматься? Поднимайся, да. Только постой на месте, потому что ты прыгнешь, блядь, потом не сможешь. Я сейчас отлечу подальше. Все, можешь прыгать. Ты далеко улетел, я так не долечу до тебя. Блядь, ну давай быстрее. Надо как-то зависнуть, что ли? Или надо на какой-то определенной точке, чтобы ты пролетал в этот момент? Мне кажется, проще на вертолет, блядь, прилететь. Да нет, надо на Титан, понимаешь? Ну ты куда улетел? Давай, короче, идем, сажаем машину, надо сделать, надо все наоборот делать. Ну как? Я должен прыгать. Потому что я же, блядь, снимаю. Нет, я прыгну. Так, давай, все. Нет, все, сажай машину. Я машину сажаю. Да ты не прилетишь так. Я прилечу. Блядь, я разбился, да ёбаный свет. Я же говорю, ты кудак, блядь, понимаешь? Ёб твою мать, а. Ну как так-то нахуй, а? Ну как так-то, блядь? Пиздец. А как ты разбиться-то умудрился? Да хрен его знает, блядь. Влетел как-то нахуй. Там нет Титана впереди, посмотри. Я вообще. А? Да нет, нихуя. Вот если смотри. Ты не можешь полет посадить, как ты будешь, блядь, прыгать на него? Вот посмотри, там, в другом конце. Да нету нихуя. Да есть, блядь. В каком конце? Вот, куда ты полетел, блядь. Объясни мне, блядь. Ну а в каком конце? Вот прямо лети. Да нету там Титана. Да есть блядь. Там Титан, блядь. Когда Титана не бывает? Там всегда Титан стоял. Вертолет стоит, блядь, и все, и больше нихуя нет. Блядь, на туре что ли? Да. И что, никакого самолета нет? Нету вообще нет. Вон самолет стоит, блядь. Маленький говняный кукурузник. Так похуй, давай, садись на него. А, я сажусь. А, нет, ты. Ну? Да ты, блядь, не можешь самолет посадить. Я бы куда тебе жизнь устраивать, блядь. Слышишь, блядь, чмо? Ну, заткнись. Давай взлетай, иначе я тебе мочкану, блядь, по заднице тебе надаю. Может, на нее так легко, блядь, взлететь, я. Блядь, машину мою не трогай. Давай, взлетай на самую высокую высоту. А то сейчас, блядь, ракеты тебя нахуй замочу. Взлетай, насколько можешь. Да он так не умеет. Да чё, как не умеет? Так все там умеет. Давай, я потихонечку полетел в сторону аэропорта. Военного. Ну ладно, похуй, давай возьмем. Че ты пытаешься сделать? Чего? Ты, блядь, пытаешься что-то сделать, так не получается тебе нихуя, блядь. Ну давай, лети уже в аэропорт. Ну лечу. Ну ты что долго летишь? Ну чё, где ты там? Да я сзади тебя, у тебя на хвосте. Могу тебя
ракеткой, блядь, подбавить. Ты ж хотел это самое. Ты ж хотел выпрыгнуть, блядь. Ну так на Титан будем прыгать. А, ты хочешь Титан в аэропорту в военном? Хуй ты его там возьмешь. А ты куда летишь-то? Военный аэропорт. А, я думал, ты в наш аэропорт. Нет. Ну тогда давай в гору поднимайся, выше горы этой тогда надо. Ты там, блядь, далеко не улетай. Ну вот я поднялся, и чего? А куда? Я должен выше тебя подняться. Поднимайся. Поднимаюсь. Так ты давай на гору на эту залететь. Выше нее можешь? Ну могу. Так давай. Ну и дальше куда? Ну как куда, блядь? Где ты, ёпта? Давай выпрыгивай там уже или чё? Да где? Я не вижу тебя. Блять, куда ты? Опустись ниже. И зависни. Да как я тебе зависну? Ну так, блядь, отпусти, блядь, эту хиромантию. Отпустил, видишь меня? Да. А, ну я двигатель отключил. Бля, ну всё, включи двигатель. Вообще еле-еле. Включи двигатель. Зачем? Да он будет... Поднимись повыше. Я на парашюте, сейчас попробую на тебя сесть. Я пока не опускаюсь. Я хочу двигатель, ты не долетишь до меня, блядь. Так, блядь, разворачивайся, значит. Давай, развернулся. Только не разгоняйся. А? Не разгоняйся. Выше поднимайся. Ну где ты там, ёпта? Да здесь я. Пошути? Да. А ты где? Вот он я. Все, замри. Замер. Замри, ёпта. Ну замер, блядь. Ну чуть выше поднимись, блядь. Да ты заебал, как я могу, блядь, подняться выше, если я замер, блядь. Ну лети, лети, я тебя догоню сейчас. Ты меня видишь? Да вижу, я над тобой. Так давай, зависи. О, давай. Стой, ёпты. Ну тормози, блядь. Тормозил. А? Затормозил. Да, бля, да далеко ты, ёпты. Да поднимись повыше. Блять, ну ты думаешь, на этом говне так легко это делать? Во, давай! Давай прям в меня! Блять, а где ты, сука? Бля, я сейчас сяду! Ёпты, ну я все сел, а! Вот, блять, ты дебилоид, ёбаный в рот! Да ты не умеешь просто нихуя, блядь. Да хули ты не умеешь, это ты не умеешь, блядь. Где ты там, блядь? Да все, я уже, блядь, пешком хожу, блядь. Давай я тебя отберу. Сейчас, погоди, подойду. Ну где ты, блядь? Я ты что пытался сделать-то, а? Здесь, блядь. А? Нормально. Нормально, да? Блядь, баран, а? Где ты? Да здесь я, ебать. Ты где, блядь? А, вон ты, чмошник. Захуяй его, блядь. Сука, пидорас, блядь. Давай, поехали. Подожди, подожди, стой. Сейчас, подожди. Чё ты хочешь?
по коленке дать тебе молотком. Беги отсюда, блядь. Ты молоток себе купил? Вау. Блядь, я еблом прокорябал всю землю нахрен. Сдох я, блядь. Ай, придурки. Бабло твое сейчас возьму. Схуяли. Ну что, куда едем? Надо на парашюте на поезд сесть. Ой, да ладно, все это хуйня, блядь. Ну на поезд-то, блядь. О, блядь, 375 баксов из тебя выпало. Охуеть. Можно купить себе по американским ценам iPhone. Сейчас вертолет прилетит. Всем привет! Это кто же, блядь? Я. Хуй ты там делаешь-то? Дорога, а здесь туннель какой-то, блядь. Ебать ты вообще, блядь, олень, а? Ну чё, иди сюда. Ща. Быстрее, ёпта. Шевели поршнями. А где ты видишь вертолёт? Ну вон у меня он приземляется. Он, блядь, свинота. На нахуй, блядь. Incoming. Get clear of the landing zone. Поехали, катаемся. Идем, садись. What's the plan? Да хули ты сделаешь-то, блядь? О, подожди, стой так. Я попробую с тачки залезть. А ты им как управляешь? Это не я им управляю. Ну а куда ты его отправил? Пока никуда. А куда отправлять-то? Что там пиздит? На военную базу. Ну да. А он будет пиздеть, если мы стрелять будем? А я не знаю. Что он вообще умеет? Че он пиздит? Да хрен его знает. Че так долго-то он летит? Ты можешь взять руль на себя, блин? Нет, не могу. Блять, ты метку убери. Он летит, никуда непонятно куда, блядь. Я поставил метку на военную базу. А, все, окей. О, застрелите, сесть самим, блядь. Ну надо было, да мне неохота рулить. Блин, а, вот, от второго лица. Ты весь такой чмо побитый. Второго яйца, блядь. А? Я говорю, от второго яйца. От второго яйца, ну да. Есть такое. Такой, блин, пилот вообще. От первого лица это. Have you ever thought about changing the supply? Да я знаю, что ты очкуешь.
Что будем делать-то? Ну, сейчас угоним с тобой самолет и на аэропорт поедем на тот. Возьмем Титан. Метку поставь. Что так долго летит-то, блядь? А? Что так долго летит? Да хер его знает, блядь. Чем так долго летит? Потому что он пилот, блядь. Че он пиздит, типа, не будет туда залетать? О, да. Нет, он должен лететь. Он летит как мудак. Ну все, давай прыгаем. Давай, три, два, один. Я не долечу. А? Я не долечу отсюда. Долетим. В парашюте? Да. Ну тогда да. Метку поставь туда, на середину. Да. Can you believe they let me fly a customer on my first day? Атака на военную базу сейчас будет, да? Давай уже прыгать. Да рано еще. Да ладно, ты перестань. Поплыли, ёпты. Давай, три, два, один. Меня танк просто взял и уничтожил, представляешь? Чё, тебя тоже замочили? Да. Ёб твою мать, блядь, а. Ну что за, блядь, за пидоросия, а? Пидоросия, блядь. Слышал, нет песни-то? Нет. Ермак поёт. Пидоросия. Ермак. Хохол, говорю? Ну да. Пидоросия. Не, песня вообще классная. Бля, надо новости писать, там Соединенные Штаты еще существуют. Че у нас, блядь, Свифт отключают завтра, да? А? От Свифта отключают? Слушай, да они 100 лет назад хотели, блядь, это сделать. Но так они долбоебы, если они нас отключат, ебто как они будут нам сами платить за нефть? Я вот этого не совсем понимаю. Ну, это будет вообще классно, на самом деле. Садись. Потому что тогда мы им, блядь, нефть нахуй отключим, ёпта, а они тогда, блядь, сами себе, блядь, жизнь свою отключат, блядь. Ну это пиздец, это вообще, я не знаю, это верх был боебизма, блядь. Куда ты поехал, блядь? На базу. Разворачивайся, прыгай. Ну сейчас. Куда ты поехал? Разгон, ёпта, набрать, ты чё, блядь, тупишь? Ты в космос улететь хочешь? А чё, америкосы нам за нефть платят? Не америкосы, а эти, Европа. А-а-а. Они так вообще... они же Крым отключили уже. Да хули на ком Крым, хуйня. Выровни машину, блядь! Вот так? Ну конечно. Давай хуярь в ангар. Ты с ангара заберешь? Ну да. Ну ладно, ну. Сейчас завезу тебе по-братски. Только проезд оплати. Тормози. И в аэропорт летим. Да, блядь. Бля, здесь танк, прикинь. Блядь, их здесь два. Ёпта. Ты взлетел, нет чего? Да. Тебе повезло, блядь. А мне, наверное, сейчас нахуй не повезет. Хотя хуй знает, может и повезет. Да, блядь, навряд ли, блядь. Мне не повезло нихуя. Ой, блядь. А? Как с этой проституцией нахуй бороться, я не понимаю. Уметь взлетать, потому что, блядь. Чё? Уметь надо взлетать, потому что. Да, блядь, уметь надо, ага. О, так давай я буду... А, блядь, вот жалко, сука, в истребитель нельзя второго человека сажать. Ну да. Там же есть место для второго. Давай попробуем, никак вообще? Да никак нельзя. А где-то есть? Да здесь я, ёпта.
На дороге где, блядь, как обычно. Так ты в Крым ездил, нет? Нет. А куда ты ездил-то летом? В Испанию. Ну и как? Блять, охуенно, а как там может быть? Ну конечно там может быть охуенно. Че делал? Че делал? Ездил, блядь, отдыхал, ходил на экскурсии. Много чего нашел. Слушай, да пизда-то там долго объяснять. Ты, блядь, подожди, ты где? Да, блядь, на... тут, блядь, на площадке. На базе уже, да? Да, блядь, только вон танк нахуй ездит, блядь. Так давай его отпизди. Возле ангара, блядь. Ну, отпизди, ёпта. Если тебе получится, блядь. Здесь нет самолета, нахуй. Зато вот есть самолет. Блять, он меня обнаружил. Не-не, я нахуй точно не взлечу. Да, я всех там отпиздил, по-моему. Он, по-моему, на тебя целится. Опа, за мной пошел, блядь. Блять. Я опять врезался. Слышь, там какой-то перец за тобой летает. Сейчас я его отпиздил. А, пизди. Схожу на хвост. Нахуй нету ее. Кто там разбился? Эй, на базу, я сейчас всех спрячу. Это ты там кого-то сбил? Давай прикрывай меня, блядь. Ебать, нахуя у тебя тут огонь, блядь, залповый, блядь. Это ты что ли, блядь? Да. Блядь, опять здесь танк нахуй. Блядь, он меня опять мечканул, да сука. Ты чё, блядь, там летаешь, а? Ты заебал, блядь. Говори, прикрой нахуй. Я пытаюсь. Я и так уже там всех отпиздил, кого можно. Пытается он, блядь. Пытаться ты в туалете будешь, еб ты. А чё они перестали по мне стрелять? Да хуй его знает, блядь. Пойдем проституток снимем. Ну а чё, ёпта? Блять, убери оттуда танк, а? Я уже убрал двоих танков. Как ты, блять, убрал-то, блять? Ну давай, 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 переваливайся, молодец. Даже никакого нету, блядь. Ты так не мог уничтожить. Да, схуяли не мог. А, да. Так ты уничтожил там? Я не знаю, но я тут всех подряд хуярю, блядь. Смотри, там, блядь, полиция летит. Хуярь их тоже, нахуй. Летун, ёпта. А, да, действительно, уничтожил там. Нихуя, блядь. Спасибо тебе, ёпта. Ну что, полетели в аэропорт? Да, танка нету, блядь. Чего? Вот еще одного танка нету. А ты вообще перец, это. Это ты улетаешь? Да. Ну и заебись, полетели, блядь. Полетели нахуй. И в тебя я надеюсь, да, попал? И я укрылся. Блядь, Андрей! А, тебя нет? Так, все, заебал, не дай бог ты меня собьешь, блин. Да все, похуй, полетели. Куда? Ну в аэропорт. Какой? В какой, блядь?
Где твой любимый черный вертолет, блядь? А, давай. Так, полетели. Включай ракеты, блядь, на всякий случай. Да я, блядь, по ментам не стреляю. Ну ты потом по мне случайно ёбнешь. Да я не ёбну, я впереди тебя, если что. Это ты, блядь, где-то прёшься сзади. Ну что, сможем, блядь, это посадить, как его, с парашютом, блядь, на истребитель сесть? Слабо? Слышь? А? На истребитель слабо сесть? Нормально, не знаю. Так, сейчас я оторвусь. Так, мне тоже надо оторваться. Блин, блядь. А? А, 12 часов. Да, блин, через минут 20 можно закругляться. 5 звезд, 15 горит. У тебя 5 звезд, нет? Да. Так вверх поднимись. Поднялся. На какую высоту? Такую, что странно, что здесь вообще вертолеты летают. Действительно, блядь, странно. Вертолет не летает на такой высоте. У меня исчезли звезды. Ты где, блин? Небе. Небе. И облака, я над аэропортом. Сейчас буду заходить на посадку. Прием. Пиздец, я так далеко улетел. База, ты меня слышишь? Да, сейчас включу. Диспетчер, разрешить посадку. Диспетчер, посадку разрешить. Диспетчер, сука, посадку разрешишь? Давай, давай, садись, блядь. Где ты, блядь? Взлетаю. Взлетаешь? Подлетаю. Я припарковал свою птичку. Куда? Как понять, куда? В ангар? Да. Ну сейчас все, полетели, ёпта. Сейчас будем на истребитель падать.
Я хочу на ангар сесть. Да не получится. Да не надо. Да, конечно. Давай, жди меня. Хуяли не получится, поверь. Смотри, ёпта. Правда, колеса немножко сломались, блядь. Да, идиот, а как ты взлетишь? Блядь, хуй знает. Блин, ты в натуре придурок или как? Блядь, да я бы сел тут это, рекламы, я бы рекламу шасси оторвал. Да не надо было садиться. Бля, Лебедь, ну ты в натуре идиот, а? Ну сделай что-нибудь. Ну двигатель могу завести. Ну. Ебать, я взлетел, не поверишь! Да ладно. Ты шасси, блядь! Веришь? Ой, блядь! Нихуя себе взлетел. Прикинь, я без шасси взлетел, блядь. На пузе, ёпта. С этого, ну, дома на дом, блядь. Блядь, это надо сохранить. Так, а звук записывается, нет? Да хуй его знает. Ну, который в игре, да, так. Ну, вот видишь, вот это хуёво. Бля, надо, кстати, посмотреть, что у меня в Ютубе там просмотры есть. Наверное. Бля, ты давай возьми самолет, не надо прыгнуть, ёпта. Придур, блядь. Иди бери Титан. Слышь, Титан, давай, блядь, садиться на небоскрёбы лучше. Титан возьми. Садиться на небоскрёбы. Да не хочу я на этом говне летать, блядь. Ну туда, блядь, иди возьми мне самолет, блядь. Я хочу прыгнуть. Вот твою мать, блядь. Где ты? Я на своем черном самолете. Блять, когда ты успел-то, сука, съебаться, а? Буду на ангар садиться. Так, ой, блять, неблагополучные водители. Так, куда бы сидеть? Да не надо никуда садиться. Я сейчас, блядь, возьму вертолет, блядь, и на самолет сяду. Слышишь? Охуеть, я такие темы вытворяю, блядь. Я по двум домам, блядь, проехал на самолете, блядь, сидел. Вот он, высший пилотаж, блядь. Я помню, я когда первый раз за самолет сел, вообще лететь не мог, блядь. Это ты? Я. Давай, сейчас я буду прыгать. На что? На самолет, на твой. Да ты заебешься, блядь. Не, я не заебусь. Ну давай. Так где ты, ёпта? Ну подлети ко мне. Да, блядь, короче, нихуя не получится. Быстрее, блядь, или в меня прям ебись.
Ну ты чё, блядь, не можешь? Я тебя не вижу, где ты? А, не, не вижу. Сейчас, погоди. Да это гемор, пиздец. Ой! Хуя себе! Ты это видел? Ну. Я со всей дури уебался, блядь, об землю и похуй. Давай в меня, блядь. Ну ты чё творишь-то, блядь, придурок? Да хуй знает, у меня вообще управление потерял, блядь. А ты подох, что ли? Ну. Слабо на дом сесть, блядь? Слабо, слабо. Не, ну давай, чтобы не разбить самолет, блядь. Да хз, знаешь, блядь. Ангар, там где самолеты стоят, слабо на него сесть? От моего военного самолета нет. Я пойду повторю 11 сентября. Блять, давай с двумя самолетами нахуй. Блять, прилети сюда, чтобы черный появился. Сука. Бля, в натуре, давай напишем, ёпта, 11 сентября в GTA. Бля, нас посадят нахуй. Никто нас будет ненавидеть, давай. Сука. Иди, блядь, бери самолет, заебал. Появился он? Да. Сейчас еду. Тебя за такое не посадят? А, да, блядь, ебись они в рот. Нету самолета. А, есть, блядь, то есть, то нет. Ой, блядь, я въебался, не случайно. Чё, полетели? Ну, полетели. Давай, блядь, я взлетаю. Давай попробуем там на небоскреб сесть, блядь. Слышишь, да? Агрессором. А? Россию призвали агрессором. Да пиздец. Вообще. Ну давай, ты где там? Догоняй меня, ёпта. Давай вместе, наравне. Давай быстрее. Я прокат притормозил. Притормози. Притормози. Ой. Ну давай прям в башню небоскреба. А где они? Вон она впереди. Слушай, а это не два типа близнеца? А, в Калифорнии же их нет. Это Калифорния? Давай вот в этот въебывайся, а я посмотрю, как это будет. Я от первого лица, прикинь. Как это было? Да хуй знает. Так.